Военнослужащие следят за порядком внутри страны, уделяя особое внимание безопасности населения. Именно они в экстренной ситуации всегда окажутся на передовой и своевременно придут на помощь. О людях, бесстрашно несущих опасную службу, поговорим в следующем материале. Строгая дисциплина и отважный дух – одни из обязательных требований, которые предъявляют каждому военнослужащему. Многие из тех, кто несут службу – солдаты, поступившие в военные институты. Один из таких людей – Яркибулан Бахтиев. Он совсем недавно закончил учебу в военном институте Национальной гвардии Республики Казахстан города Петропавловск и устроился на работу. Яркибулан рассказывает, что интерес к военной жизни возник у него еще со школьной скамьи. То есть интерес появился в тот момент, когда... Вот, начиная с 10 класса при военной подготовке, при прохождении занятий, то есть появился интерес, после чего 10-11 класс я начинал участвовать в соревнованиях по военным спортам. После чего, следуя своей мечте, я продолжил свое добивание своей цели, поступил в 2017 году в военный институт Национальной гвардии Республики Казахстан и 4 года обучался там, то есть в должности курсанта, получая знания, качество офицера. Как говорят сами военнослужащие, чтобы поступить на службу, необходимо обладать высокими моральными качествами. Обеспечивать порядок в обществе и предотвращать совершение преступлений можно только с чувством патриотизма и любовью к родине. В настоящее время у нас служат молодые бойцы. Мы повышаем у них интерес к военной жизни, адаптируем к повседневной военной жизни. С ними ведется ежедневная работа по государственной правовой подготовке, боевой подготовке. За годы независимости укрепилась и оборона страны. Вооруженные силы – главная опора республики, гарант мирной жизни. Алексей Сафонов, Нурбалат Савитханов, Руслан Акматалиев, Алтай Акпарат –